Доброе утро, Григорий. Начинаем снимать. Сегодня уже 10 часов. Только начинаем снимать. Угу. Да? Я английский уже выучил. Часа два назад. Да, где-то даже раньше. В общем, сейчас я буду готовить обед. Посуду перемыла. Таблетки для посудомойки мы так и не купили, поэтому вот все руками. Сейчас буду мясо запекать в духовке. Мясо в духовке. Сейчас я рыбку. Вот сколько здесь? 4 штучки я пожарю, ее же посолила, поперчила. А вот эти две большие я запеку с сыром и с помидорчиками. Я нафаршировала рыбку, сделала такой салат из помидоров, сметаны и сыра тертого. Посолила, поперчила и вот заложила внутрь. Теперь поеду к Грише в школу, отвезу и буду все запекать. Виноград, виноград, продаю виноград. Покажи. Купили сегодня виноград, да, я гляну. Вот этот вот за 180 рублей одна штука, а другой за 200. Это Гриша, да, я покажу. Для выступления опять будут выступать со своим танцем. Смуглянка. Он вообще не глянь, он руку сломал. Ага. Но только уже в Доме культуры, да? Угу. Ну, еще, посмотря на погоду, или на улице, или на... Там... Или на сцене, да, в Доме культуры в самой. Так, а давай отстегивайся и беги. Я погнал. Все, звони, хорошо? Как там, порепетируете все? Куда-нибудь запихну его пока. Угу. Я сейчас буду печатать пряники. Мы пообедали. Сейчас все приготовила, картинку. Вот смотрите, выдается на принтере сообщение, что бумага закончилась, так как вы понимаете, что принтер этот переделанный. Но нам нужно, помимо того, что столик подвинуть в противоположную сторону, для этого есть здесь специальная штука, на которую нажимаем. Сейчас одной рукой неудобно. Подвинули и нажимаем. Теперь горит здесь красный индикатор. И на него не нажимаем. Должно все печатать. Сейчас посмотрю. В общем, здесь самое сложное вообще в принтере регулировать высоту стола. Все печатает. Для этого даже Сергей мне предоставил шестигранник. И то есть сначала я изображение печатаю на листе обычной бумаги А4 с ним. Белоснежка, это снежинка. А затем буду класть туда пряник, то есть чтобы понимать, где находится пряник, ну, где будет находиться рисунок, где принтер его печатает, чтобы все было нормально, чтобы он напечатался в том нужном месте на прянике, а не где-то правее или левее. Теперь я распечатываю все картинки, каждый на своем листике, чтобы укладывать пряник как нужно. То есть теперь я буду, ну, сейчас расскажу, да, сверху вот этой картинки просто класть пряник, и он будет в этом же месте печататься на прянике. Ну, изображение. Сейчас корабль. Еще раз, потому что мне кажется, что лист сместился, и могу его потом неровно на прянике распечатать. Вот. Начинается самая трудная работа. Когда я напечатала на листе бумаги, то есть стол был вверху, теперь мне нужно вот эти вот все... ножки этого столика закрутить, чтобы сюда уже входил пряник и максимально близко он был к печатающей головке, вот здесь вот она. Поэтому сейчас работаем над этим. Все нужно 4 теперь закрутить. Так, все сложила, теперь цифру 6. Сейчас будем печатать. Покажу, как это будет. Что, приступим. Скрестили пальчики. Я скрестила. И ждем. У меня тут на прянике печатается. Цифра 6. С картой.
готово. Все, вот такая вот шестерка. Трошек уже 6 лет. Уже напечатаны 2 чувака. Классные, да? Вам нравится? Мне очень нравится. И напечатан вот такой попугайчик. Еще я купила монеток, чтобы положить их просто в коробочку. Они, мне кажется, тоже здорово подходят сюда. Вот один набор будет топперов на торт. Мы завтра понесем. Трясивущий, все упакую. А вот этот вот на продажу. Сначала думала на вот этом прянике написать с днем рождения, но мне кажется, просто карта пиратская тоже круто, да? Так вот смотрится, поэтому оставлю вот так вот. Еще докуплю монеток в эту коробочку и буду выставлять сейчас в интернет. Вот такая вот получилась коробочка, все я собрала, всех пиратов, карту, акула вообще, по-моему, клевая. В общем, супер. Пряники для торта я уже упаковала в пакетики. Так что все, красота. Гришка пришел со школы, и ему теперь жалко есть свои же бутерброды с сыром и с икрой, да? Мне жалко. Мне жалко их кушать. Какая красота! Гриш, ничего не... Я сейчас сделала медали для выпускников детского сада. Для девочек, для мальчиков. Каждая в пакетике. И на отдельной ленточке, чтобы можно было повесить на шею, вот на длинной. Такая красота. День рождения. Конечно, день рождения, конечно, грустный праздник, но вот цветы выбрасывать еще грустнее, уже пора. Все, все подвяли. Вот, не знаю, мне кажется, из вот этого букета можно его распотрошить и вот эти вот еще поставить отдельно в вазочку, а розочки мелкие все выкинуть. И вот здесь вот тоже, ну, вот это уже опадает. В общем, сейчас буду выбрасывать цветы. Самое неприятное занятие после дня рождения. Несу розочки выбрасывать. И тут сейчас заметила, что тут у меня такой 2 садовода. В общем, у нас тут огородника завелось. Я думала, что только я у нас сажаю цветы. Но нет. Тут нарыто. И Сижиня сказала, что Рекс тут закапывал свои кости. Ну, в смысле, мы ему косточки дали от утки. Он их здесь закапывал. Ой, короче, ужас. Ну, прикольно. Он сегодня тут с утра пересаживал сам цветы и нашел там косточки. Сижуня, в смысле. Рекс их тут пересадил. Посадил кости. Что ты тут делаешь? Застрял? Да, смотрите. Ты газуешь? Ты так говоришь? Ты знаешь такие слова? А, когда мы ехали, там была грязька, и мы застряли? Да, мы маленькие. А, ты когда ты был маленький? Ага. И что мы делали? Вот газу в лужи. Газу давали? Да. Газовали так? Да, вот так. Видите, застрял? Видите, ты застрял? Это мы как газую. Газуешь? Ты попробуй назад, назад. И назад никак. И вперед. Никак. Думала пойти на улицу, полить там цветочки, но дождь пошел, поэтому буду заниматься делами в доме. Убраться в своей чайной полке. А то тут вообще... Освободила первую полку, нижнюю. Сейчас буду с верхней начинать. В общем, тут куча-куча всего. Но вот это какао я еще им буду пользоваться. А здесь где-то здесь есть вот такое, вот я уже не буду им пользоваться. Спички. Я вот думала, что спичек нет, а тут еще целая упаковка спичек. А тут вот мята еще даже есть, по-моему. Или уже закончилось. Один пакетик. Тарталетки. Вот эти очень хорошие. 365 дней. Подожди, можно я скажу? Они не раскисают быстро.
Вот они прям очень хорошие, просто лентовские. В общем, тут куча всего. Баночку хранила, но понимаю, что не буду ей пользоваться, поэтому выброшу. Можно конфетки. Нашла даже еще 3 конфетки вот этих вот Kinder Chocobon. Chocobon. Так, все, на первой полке я поубирала. Нашла еще здесь рафинад, который я не помню, с кем я была беременна. Его покупали, поэтому высыпала его, чтобы его тоже класть в сахар. Нужно же его израсходовать, а то, я не знаю, уже Фоне 4 года. И не знаю, с Афони, или я его покупала, или нет. Ой, вака там. Да, ты уже попробовал сахар? Да. Ну и как? Привет, Серый. Привет. Серега к нам... Как она называется? Фляжка. Фляжка, точно. Только не качайся, я так ничего не могу понять. Девушки, Коля на фляжке. Обычно там 100 грамм, а сейчас тут вода. Да? А ты откуда знаешь, что там 100 грамм? Я тоже не без мозгов. А, да? Маргариточка уже домой. Маргаритка, пока. До свидания, забрось.